Вторник, 2 августа, время 10:50. Лето в паре, однако, сказать, что жарко, никак нельзя, не жарко. Солнца не хватит, даже и малый паводок извести. Впрочем, откуда паводок, ветер слаб, небо чисто, суха лежанка. Я вчера фантазировал, и фантазия мне удалась. Выдумал я, что лету как раз и следует быть вот таким, как это. Днем его надлежит шелестеть прохладно, свободно длясь. Тут, полагаю, ты возмутишься, мол, тоже мне лето. Кроме того, я выдумал разнополых двух визави. Скачут они по корту в одном белье и туда-сюда мечут мячик. Эти самец и самка в прямом родстве с божеством любви. Даром, что он кретин, она неряха, как сотни ее землячек. Очень ему по нраву ее 4 ноги и хвост. Ей же в не меньшей степени импонируют бивни его и когти. Ужас, воскликнешь ты, а по мне так это потомки звезд. Глаз не свожу, слежу, все ли ладно у них там на корте. Вроде пока все ладно, танцоры, музыка, верхний свет. Жаль, вот листва кругом чересчур жива, в натуральном искусство тонет. Из листвы-то зритель и не ликует, что нет, то нет. Проплачет и стонет он, не препятствуй, пусть, если хочет, и плачет, и стонет. Многим еще в новинку велеречивые позвонки. От болтовни запястий был и со мною когда-то спазм весь вышел. Веруй, что есть в природе и кроме этого языки. Спорить не буду, может и есть, не знаю, не слышу. Хочешь обратно деньги? Вот изволь, получи с меня. Но не казни артиста за то, что себе самому не равен. Этот шмель не летит, он исполняет полет шмеля. Этот столетник дня не живет, но тем и забавен.